постановление, которое вступило в законную силу, огласив, ознакомит... В отношении Тобина решение принимало в соответствии со всеми процессуальными нормами российского законодательства. Вот. Это решение судьи, он остается в совещательной комнате и принимает решение. Вот. Так же, как в отношении других осужденных, никаких исключений или каких-то дополнительных правил мы здесь не предусмотрены законом. А Тобин присутствует? Мистер Тобин, Садитесь там. То, что касается позиции защиты, то Верховным судом истребованы материалы дела в порядке надзора в отношении Тобина Джона Эдварда. Так что, в общем-то, мы будем заниматься дальнейшей его реабилитацией. И в случае, если у него будет такое желание, нас ждет, наверное, Европейский суд, если он захочет это. Не бери меня за руку.